зовут Макарова Валентина Никаноровна. Работаю в Минской областной клинической больнице медицинской сестрой приемного отделения. Просыпаюсь с утра в хорошем нормальном настроении, потому что знаю, надо идти на рабочее место. Прихожу на смену в 7:30 и начинается рабочий день с 8:00. Хасанович, доброе утро. У нас сегодня был, позвонили с районного отдела милиции. По журналу. Искали пациента, пациента у нас не оказалось. Ну, мы ему ответили так, как положено. Неправильно. Что пациент к нам не поступал, и по криминалу он не проходил. Прихожу на работу. Принимаю смену у медицинской сестры. Готовлю рабочее место и начинаю принимать пациентов. В Дахтуле не дышим. Не дышим, не дышим, не дышим. Все, дышим ровненько. Окончила я Воложенское медучилище в 1970 году. После окончания училища меня направили в Любанский район. Там Любанская центральная больница меня направила в участковую Сосновскую больницу. Работала я там палатной сестрой. В 83 году переехала сюда, в областную Минскую больницу. И с 1 мая 83 года я работаю здесь, в приемном отделении, уже 40 лет. От того, как я среагирую, окажу медицинскую помощь, вызову врача, зависит жизнь пациента. Когда я вижу, что пациенту лучше и легче, мне тогда становится самой приятно на душе. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.